Ну что, закрыла полигон-то? А что классно? Происходить. Я дозвонилась, я вначале не могла дозвониться, но я дозвонилась до Андрея Воробьева. Мы говорили по телефону где-то минут 40 назад, он пообещал, что он уже тоже сюда едет. Он выйдет к вам и с вами обязательно поговорит, но вот будем его ждать, он сказал, что я уже выезжаю. Да сколько кормить можно разговаривать? Делать надо. Я была и у Воробьева по этому вопросу, и разговаривала конкретно по Волоколамску. Вы же сказали, вы закрыли полигон. Полигон, как я и сказала, мне пообещали, вы видели в официальных СМИ, господин Воробьев, я ретвитила это сообщение, он это пообещал еще раз публично, в течение 2 недель полигон будет закрыт. Полностью? Полностью, Ксения. Я думаю, что он открыл обещание, но во всяком случае сегодня он в телефонном разговоре мне еще раз это подтвердил, я думаю, что он его выполнил. Гарантировать я Гаврилов не могу. Только что сказал, что Воробьев обещал это сделать. Я считаю, что мы должны 2 недели еще не прошли. Он официально по всем каналам встретился. Каждый день были. Закрытие полигона. Я думаю, вы эти сообщения видели. Пока вы разговариваете. Круглосуточно теперь едут. На сайте и московской, подмосковной мэрии. Теперь едут круглосуточно. У него была встреча о закрытии полигона. Через 2 недели это обещание, надеюсь, будет сдержано. Давайте посмотрим ровно через... А Первый канал продажный, пускай извиняется официально перед народом. Что? Перед народом Первый канал официально пускай извиняется. То, что он унижает как-то или оскорбляет его. Позвонил ребенок со школы, сказал, что ей плохо. А сколько лет ребенок? 13. В каком классе она? В 7 классе, учится в 1-й школе. Плохо стало, она позвонила. А что с ней случилось? Головокружение, заложенность носа пошла, слезоточивость и жжение в глазах у нее было. И это, привезли в поликлинику, сюда, в больницу, я ее забрала, привезла. Угу. Ну, они посмотрели и положили. Чего? Какая дебилы? Проснулась где-то 4:30 от жуткого запаха дома. У нас дома все окна, все закрыто абсолютно. У меня дома 2 маленьких детей. Проснулась, как бы потом попыталась уснуть, уже не уснуть забыла. Потому что запах просто был адский. А часто так бывает? Это каждую ночь практически. Практически каждую ночь. Ночью концентрация газа самая большая, и под утро. Вот к часу ночи, да. И вот начинается вот самый большой вот этот выброс вот этого запаха. А как вы на улице выходите? Вот так и выходим, дышим, когда нет вот этого запаха. Да, нам деваться некуда, нам не ехать некуда, и детей нам некуда отправить. А вы детей отправляете? Вот они у вас маленькие, из школы, из сады? Я своего ребенка сегодня в школу не пустила, потому что у нас мы с родителями переписываемся, родители начали писать, что всем плохо, вот, и мы в школу своих детей не повели. А те, кто повели, сегодня вот на скорой забирали в ЦРБ. Убери Гаврила отсюда! Секунд с нами! Высоту! Отставку! Отставку!